Лекач пошел в обводку и вонзает шайбу в верхний угол ворот. Передача на Финогенова. Обратный пас, бросок, гол! Войтех Мотик открывает счет в этой встрече. Витязь реализует 5 на 3. И Максим Ахаляк, численные болельщики, но они все-таки есть. Ползики 2 минуты. Опа! Плохой момент и как ловко! Впрочем, это не помогло! Гол! И все, дорогие друзья, это победа! Магнитогорский «Металлург». Разница в одну победу в основное время. И аватар. Сейчас посмотрим Турболтанов и вот тут. Гол! 2-1, три заброшенные шайбы в первом.